Билет в троллейбусе с 8 рублей поднимется до 10. Поездка в автобусах и газелях города обойдется уже в 14 и 15 рублей соответственно. Резкое увеличение связано с тем, что стоимость проезда не менялась с 2008 года, а цены на энергоносители топлива и запчасти ежегодно росли в среднем на 10-15%. А с 1 июля будущего года стоимость проезда на всех видах транспорта в Оренбурге вырастет еще на рубль. Связано с тем, что согласно законодательству у нас тариф действует не менее одного года и может иметь календарную разбивку. Вот календарная разбивка с 1 июля она предусматривает инфляцию, которая произойдет в 2013 году. То есть для того, чтобы компенсировать потери перевозчикам за это время, то есть за год работы, вот вводится еще дополнительно с 1 июля повышение тарифа практически на 1 рубль.